Всем доброго здравия, друзья! Сегодня хочу показать вам ту работу с гантелями, которую выполнял я на протяжении многих лет, которую поставил мне мой тренер, заслуженный тренер СССР Болдырев Станислав Михайлович. Я вот обычно брал две пары гантелей, вот эти вот тяжелые, они там по 3 килограмма, и килограммовые. После разминки берем вот эти тяжелые гантели, встаем в фронтальную стойку, это то, что делал я, и пробиваем, там, например, по 30, по 40 ударов с каждой руки, с переносом веса тела во фронтальной стоечке. Все, пробили большими, загрузили плечики, берем маленькие. С маленькими можем уже тут с 2, по 2 удара наносить, можно по 3, также пробиваем. Все. Потом встали в стоечку, например, можете раскидать просто ручки. До жжения в плечах. Потом берем также большие гантельки, второй подходик уже. Делаем то же самое, только боковые удары пробиваем сбоку. Будет тяжело, будет сжечь плечи прям. Нужно терпеть. Такая монотонная работа. Также ложим большие гантельки, берем маленькие и продолжаем эту работу. Также можно где-то сдвоить, 3 ударчика нанести, 4 пробивая. Потом также ложим эти гантельки и уже можно на месте просто раскидаться. Побить без гантелей, раскидать ручки. И то же самое мы делаем удары снизу. Прям снизу пробиваем. Тоже перенос из тела, обязательно по корпусу. И справа бьем по корпусу, и слева по печени, и снизу все удары. Также ложим большие гантельки, берем маленькие. Здесь уже можем пробить середину где-то. Также снизу все удары. Ложим маленькие гантельки и все, раскидываемся здесь. И потом один раунд, уже такое, все удары пробиваем. Пробиваем все удары, берем и работаем. На ножках прям двигаемся. Такая полноценная работа идет. Снизу, по печени, в отходе. Потом после этих маленьких гантелек уже раскидываемся без гантелек. Конечно, будет жечь плечи. Сильно будет жечь плечи. Терпим, делаем. Ставим удар. Всем спасибо.